В этом видео я проверил более 20 необычных способов, как можно взорвать динамит в Майнкрафте. А перед началом обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал, нажал на колокольчик, поставь лайк и напиши в комментарии, какой способ тебе понравился больше всего. О каких способах ты знал, а о каких нет. Всем здорова, ребят, с вами Микроман, добро пожаловать на мое новое крутое видео, в котором я покажу целых 20 способов. Тут на самом деле немножко больше, как взорвать динамит в Майнкрафте. Я думаю, вы все прекрасно знаете, как у нас взрывается обычный динамит в Майнкрафте. Вон там он у нас находится, наш самый первый способ. Ну давайте мы приступим. С вас лайк, подписка, колокольчик, все дела, комментарии тоже пишите. А мы, ребята, с вами начинаем. Давайте мы поджигаем наш первый динамит в Майнкрафте. И на всякий случай мы отбегаем от него, потому что мало ли, как он может взорваться. Он даже, ребята, эту рамку задел. И, ребята, вот так вот у нас взрывается наш первый динамит. Это самый обычный способ взрывания динамита просто обычной зажигалкой. Но, ребята, есть как бы еще необычный способ. И давайте мы отсюда заберем лук, заберем стрелы. Просто вот так вот встанем, ребята, у нас есть огонь, у нас есть динамит. Если мы вот так вот просто выстрелим в динамит, он у нас не загорится. Но если мы, ребята, с вами возьмем, встанем перед огнем и выстрелим в этот динамит, то он, ну, конечно же, подожжется. И надеюсь, вот тот не заденет. Бам, ребята, у нас взрывается наш динамит. Это был у нас второй способ, как можно взорвать динамит. А также, ребят, смотрите, у нас есть динамит, у нас есть кнопка. Мы можем на эту кнопку нажать, но, ребята, интереснее же взять вот так вот в нее выстрелить. А это у нас не та кнопка, чтобы в нее стрелять. Ладно, давайте мы поджигаем этот динамит с помощью кнопочки. И отбегаем назад. Отбегаем обязательно назад, иначе мы взорвемся. А если мы будем рядом, мы еще и упадем с вами вниз, потому что, ребята, это у нас пропасть. Я создал мир без бедрока. У нас он всего лишь 3 блока в высоту. Это у нас обычная трава. И давайте мы с вами побежим. Какому уже? Раз, два, три, четвертый по счету у нас способ. Ой, а это у нас нажимная плита. Да, почему бы и нет? У нас кнопка была. Давайте мы нажмем на эту нажимную плиту и отбежим. Собственно, нажимная плита нужна. О! Чего? Я только что в себя запустил стрелу. Ладно, я не знал, что так можно. Окей, хорошо. Самый обычный тоже способ у нас. Мы берем обычный красный факел или же редстоун, редстоунный блок. Как вот в том следующем у нас способе будет, ставим, поджигаем и убегаем. Давайте отбежим, еще раз выстрелим. Давайте попробуем с этим динамитом. Возьмем, попробуем сюда настрелять много. Много. Стрел сюда настреляем. Подойдем, подберем. Аккуратненько блок. Мне кажется, я сейчас мог подобрать эти стрелы. Поджигаем, отбегаем. И, ребята, смотрим на эти стрелы в Майнкрафте. Давайте посмотрим. Я ждал чего-то крутого, ну ладно, они у нас просто выпали вниз. Магическим образом, ребята, у нас день в Майнкрафте. И у нас что? У нас снова лук, у нас снова стрелы. Ладно, давайте возьмем побольше стрел, возьмем лук. А давайте, как самые крутые майнкрафтеры, да, у меня будет в двух руках лук. И мы попробуем выстрелить туда. Это у нас мишень в Майнкрафте, мы туда стреляем. И прикиньте, она тоже у нас активирует наш динамит. И у нас все тоже взрывается, ладно. Нафиг нам не нужен лук во второй руке, мы его тоже выкинем. Будем просто с обычной рукой бегать. А, овечка, привет. Не подходи, пожалуйста, ближе, иначе сейчас тут будет для тебя прикол такой в Майнкрафте. Мы берем просто, ребята, ставим наш динамит, ставим нажимную плиту и понятно. Мы, ребята, магическим образом получили снова наше яичко. Берем, ставим его. И, ребята, посмотрите, очень-очень медленно у нас спускался крипер в паутине. Ладно, я понял. Он должен был нажать на нажимную плиту, но так как я был слишком близко к нему, то он решил сам активироваться. Ну и ладно, ну и пожалуйста, не очень-то нам и надо было этот способ показывать. Хотя это, ребята, двойной такой способ взорвать динамит в Майнкрафте. Это уже сколько у нас способов, я даже не знаю. Напишите в комментариях, я уже сбился со счета. Но у нас осталось еще посмотреть, как много способов взорвать этот динамит в Майнкрафте. И, ребята, у нас есть обычная такая вот колонка, обычный такой вот музыкальный блок и есть пластинка. Играет у нас наша пластинка, да, крутая музыка, хорошо, но мы, ребята, отбегаем назад, иначе бы мы сейчас взорвались. Вы видели, что это у нас тут такое? Это у нас вот такой вот компаратор, и с помощью него, также музыкального блока и также динамита, которого у меня сейчас нет, мы можем взять и активировать динамит, который у нас есть. Ну, нам, конечно же, еще понадобится пластинка, хотя в обычном Майнкрафте ее добыть на самом деле сложно. У нас следующий способ, ребята, посмотрите, какой у нас необычный способ. Так, давайте мы сами отсюда сядем в лодочку, ребят. Окей, хорошо, мы такие плывем, значит, да, плывем на лодочке. Там у нас какие-то слаймы, которые взяли и автоматически активировали какой-то динамит. Эти слаймы, блин, взяли и активировали мой динамит. Ну-ка, получайте, тупые слаймы, получайте. Опа, ребяточки, сундучок, что же у нас в этом сундучке? Ага, это у нас необычный сундук. Это у нас сундук-ловушка, который тоже у нас активирует динамит в Майнкрафте. Это было бы сейчас очень плохо, если бы мы попались на этот динамит. На самом деле, очень-очень полезная вещь. Ты ставишь просто сундук
к ловушку, ты снизу ставишь динамит, ты вот, допустим, поставил динамит, такой, опачки, взял, закопал его, такой, опа, опа, оп, все, ловушка готова, ты открываешь этот сундук, такой, блин, что за фигня, криперов поблизости нет, бум, ты взрываешься, отлично, тактика, как затроллить друга в Майнкрафте. Следующий динамит у нас, ребята, работает с помощью вот такой вот натянутой ниточки, мы можем взять, перепрыгнуть ее, конечно, но лучше, ребята, чтобы ваш друг или кто-то, кого вы хотите взорвать, или, я не знаю, никого на самом деле не надо взрывать, но если вы хотите затроллить друга, сделайте вот такой вот механизм и как-нибудь его замаскируйте, просто друг ваш пробегает, такой слышит, опа, а что такое, а это, ребята, у нас динамит сработал, и динамит у нас взрывается, у нас образовывается вот такая вот дырка, ну, на самом деле, от дома или от того места, которое вы замаскируете, это, на самом деле, ничего не останется. Так, следующий у нас способ снова с этим компаратором, для меня необычная штука, я, кстати, даже не знаю, как она крафтится в Майнкрафте, но, ребята, смотрите, у нас есть динамит, у нас есть воронка, мы берем просто и, я не знаю, давайте попробуем даже просто выбить отсюда блок. Он в эту воронку упадет? Нет. Ну ладно, давайте сами что-нибудь в эту воротку засунем. И у нас снова активируется динамит. Вот такой вот у нас механизм. Очень простой механизм, с помощью которого у нас срабатывает динамит. Следующий способ у нас с жителем и также кроваткой. И это, ребята, для нас новый блок. Это у нас наблюдатель. Или как он, смотритель называется. Очень странный блок. У него будто бы лицо каменное. Давайте мы сделаем с вами ночь. Поставим time set night. И заспавним жителя. Смотрите, ребята. Ребята, вот у нас есть житель, тебе пора спать, чел, давай иди спать, послушный парень, ты, увы, у нас взрываешься, потому что это на самом деле была плохая идея, надо было посмотреть по сторонам. Следующий способ у нас взорвался, но давайте я его восстановлю и покажу вам. Все, ребята, я все восстановил, и эти слаймы ходят тут, я надеюсь, они мне не помешают. Смотрите, у нас вот как бы есть, что, у нас появляется наш свинозомбик, вот такой вот маленький, да, что ты трясешься, ты должен был пойти на золото, ты что на меня смотришь, золото получил свое, а, ну и получай, взорвался, он должен был загреться на вот это золото, которое здесь лежало, мы бы его выбили из этого динамита, тупой слайм, ну-ка иди отсюда, вы что, я не понял, вы что ко мне подходите, вы, как хорошо, что я поспал на этой кровати, я теперь спавню здесь, прямо рядом с этим нашим способом, посмотрим на наш следующий способ, в принципе у нас есть динамит и у нас есть что, правильно, вагонетка с динамитом, как вы видите, мы просто берем и скидываем эту вагонетку на наш обычный динамит, и у нас происходит двойной взрыв, потому что сначала сразу же, моментально, как только вагонетка с динамитом приземляется на блок, она взрывается, ну а потом уже поджигает наш следующий динамит. Вы посмотрите просто, каких размеров здесь взрыв. Вагонетка с динамитом на самом деле очень сильно взрывается, но так как здесь был двойной взрыв, вы посмотрите, намного-намного взрыв по своему размеру стал больше. Наш следующий способ, в котором не понял, ничего нет. Ладно, давайте мы возьмем, заспавним. Что это у нас? Это у нас лава. Ну ладно, тогда мы давайте возьмем, заберем динамит. Лава у нас растекается в разные стороны, и по логике она должна взять и поджечь этот динамит в Майнкрафте. Ребята, я не понял, тут какая-то странная фигня происходит. У нас как бы динамит загорелся, а я тоже загорелся, но он почему-то не поджегся. А вот, ребята, он и загорелся, и поджегся, и сейчас взорвется. Но так как он находится в лаве, а лава это у нас типа жидкость, то он тут ничего не взорвал. Но как бы так тоже можно поджечь динамит, это еще один из способов. Иначе, ребята, будет большой-большой взрыв. Опа, ребята, я вижу тортик. Надо, наверное, вокруг него побегать немножечко, чтобы проголодаться. Все, ребята, я голодный. Тортики я люблю, я надеюсь, вы тоже любите. А что это у нас тут такое? Это у нас снова наблюдатель. Че ты наблюдаешь за этим тортиком? Ну-ка, наблюдаешь, как я его съем? Угу. Это тоже работает, ребята. Мы взяли с вами немножечко, поломали тот блок, который мы с вами съели. Он, как вы видели, стал немножко меньше. Наблюдатель это заметил. И такой, сос, тревога, тревога. Едят наши тортики. И поэтому решил взять и... Ой-ой-ой-ой-ой, штука, отвали, 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 отвали от меня. Я надеюсь, она меня до самого конца не будет преследовать. А то посмотрите, сейчас я возьму и куда-нибудь очень-очень далеко улечу. Так, где у нас? Вот моя ниточка была. Еще один способ я хотел для вас показать. Давайте мы возьмем и поставим вот сюда, вот... Понятно.
Как бы все взорвалось, но, ребята, вы сами видели. Как только мы подходим к нашему шалкеру, он, ребята, активируется. Активируйся. Привет, шалкер. Ай-яй-яй, только не стреляй в меня. И он поднимается, тем самым он задевает ниточку, которую я только что поставил, как вы только что видели. Он эту ниточку задевает, она поднимается, динамит активируется. Все просто, шалкер, все, закройся. Закройся, я тебе сказал, закройся, не смотри на меня, не стреляй в меня, хорошо. Так, следующий способ у нас тоже супер простой. Это способ, как вот там далеко был схожий способ с крипером. Ну, конечно, этот способ схож с тем способом, который был там. Ребята, мы с вами берем, взрываем крипера, и он взрывает наш динамит в Майнкрафте. Самое главное, не улететь очень-очень далеко. И мы, ребята, с вами активируем наш последний способ взрыва динамита. Это просто можно было удочкой или нажимную плиту, или же кнопку задеть, и у нас взорвется динамит, как, собственно, вы, ребята, видели. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы узнали, для себя открыли новые способы, как можно взорвать динамит в Майнкрафте. Слаймы, пока. Я надеюсь, вы до сюда не доберетесь. Обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Пишите свои топовые комментарии. Ну, а с вами был Микроман. До встречи в новом видео. Всем пока-пока!